Так, ну вот мы добрались и до Новосибирска. Как там говорят, столица Сибири? Да. Здоровенный, конечно, вокзал, только нас опять, блин, высадили на какую-то не ту сторону, посередине зажали между двух поездов. Опять все стрёмно. Кто-то нас там зовет. Короче, начался пятый день пути. Начался с Новосибирска. Ну, это круто. Блин, плохо, что не погулять даже в город. Все пропадет. Но ехали, было красиво. Что ты хочешь? Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пальцы ешь. Что, говорю, хочешь, блин, заело тебя, что ли? Скоро так и будем ходить. Ну, что не спроси, один ответ, да? Только надо научиться это с акцентом с вашим. Да. Выход в город. Будем доедать, короче, свою домашнюю лапшу. Правильно, не знаю, что ты сюда вообще стала. Осталось чуть меньше 2 суток ехать до Москвы. Сегодня 21 августа, если я еще ничего не путаю, если я еще в своем уме. 3119. Нет. Знаешь, какой год? Даже таможенники в Сити написали. Какой? ноль девятнадцать, то есть все сбросилось, твою мать, 5000 лет проживать. Ладно, в общем, как обычно, не дали нам особо на город посмотреть, зажали между двух железок, ходим, вот бродим. Все, пока что всем пока. Где это? Ты? Когда это ты успела? Новосибирск.